В Нижегородской области завершается летняя кампания по ремонту дорог. В прошлом году наша область стала лидером России по объему ремонта в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». В этом году есть шанс снова стать первым регионом страны. В некоторых районах области, например, в Вознесенском, объем ремонта увеличился по сравнению с прошлым годом в 5 раз. Очень трудно было добираться до больниц, до школы, в садик. У нас очень много ездят на работу город Саров, город Арзамас. И эта дорога была необходима просто как свет, воздух и все остальное. Даже нельзя было проехать на велосипеде. Отражалось совсем плохо и подвеска, и все. А сейчас мы очень довольны дорогой. Мне вот пришлось недавно ехать в район на тракторе. Я даже спал на нем. Меня не трясло, ехал очень хорошо. Она нам очень важна в связи с тем, что она закольцовывает у нас дороги. И они являются и связью с административным центром. Это и возможность учебы, работы, школьные маршруты. И даже по этой программе сделаны к небольшим населенным пунктам подъезды. Никто не думал, что за один год такой объем, который больше 20 километров и значительные вложения, многомиллионные, но они для народа. Пускай небольшого сельского территориального отдела, но тем не менее здесь видна забота о каждом из нас.